Продажи капучино в районе Уолл-стрит заметно подросли, а значит, финансисты и юристы вернулись в офисы. Корпоративный ренессанс откладывали дважды. Из-за вируса Дельта, из-за урагана Ида, но сейчас офисная жизнь, кажется, налаживается. Работники Bank of America пока еще соблюдают социальную дистанцию в конференц-залах, а сотрудникам JP Morgan пока не рекомендовано собираться в местных барах. Но, тем не менее, индекс любимого кафе белых воротничков Пред-а-Манже, по данным агентства Bloomberg, на полпути к доковидному максимуму. Той же дорогой идет и город. Это проект «Нью-Йорк, Нью-Йорк». 42 секунды до небес. Новая точка на трехмерной карте Большого Яблока. Смотровая площадка небоскреба One Vanderbilt. Расхитительницы помоек. Инструкция по поиску сокровищ в манхэттенском мусоре. Маск, Безос, Трамп и другие наклейки. Пестап – любимая форма нью-йоркского стрит-арта. Ее таинственный вдохновитель. На этом месте в даунтауне когда-то находился самый старый в Нью-Йорке кофе-хаус. И у той кофейни прошла первая демонстрация в городе. Протестовали против британских налогов на голландский контрабандный чай. Получается, что дух протеста живет на этом пятачке уже 300 лет, потому что именно Зукоти Парк выбрали местом своего лагеря захватчики Уолл-стрит. Активисты движения «Окупай Уолл-стрит» провели здесь 10 лет назад, два незабываемых осенних месяца. Движение «Окупай Уолл-стрит», конечно же, мир не перевернуло, но явно его потрясло. Кем стали те, кого 10 лет назад не устраивал мировой порядок? Как изменилось их мировоззрение? Аннет Гаудина может ответить на эти вопросы, потому что она была среди тех. Что вас привело 10 лет назад в Зукоти Парк? Почему вы решили присоединиться к движению? Я узнала о захватчиках Уолл-стрит, как, наверное, многие люди тогда. Увидела в новостях, как в лицо молодой девушки распылили перцовый газ, как 700 человек арестовали на Бруклинском мосту, и некоторых из них я знала лично. Я тогда возмутилась, что происходит. И потом я услышала, что готовится полицейский рейд, и всех призвали собраться на этой площади в одно утро. И я сказала себе, что должна быть здесь. Я села на поезд и приехала где-то в 5-6 утра, еще до работы. И тут было так много людей, что полиция отступила. И мы победили в тот день. И после этого я стала здесь бывать регулярно, встречаться с людьми, общаться. Так и вошла в движение. Тут было достаточно интересно все организовано. Здесь на подходах стояла ударная установка, и это стало по-своему знаменитой точкой. Жители окрестных домов по-настоящему возненавидели барабаны. Они гремели 24 часа в сутки. А на этой стороне была кухня, которая, конечно, стала таким узлом движения. Люди подходили, их кормили бесплатно. А вот здесь, насколько я помню, была клиника, и профессиональные медсестры и врачи приходили и предлагали свои услуги. Та сторона парка была больше посвящена политической активности. Там было все лучше организовано, чем внизу, где мы находимся. Вот там была библиотека, куда люди приходили, читали книги, обсуждали политические темы. Это было удивительное место. Разные люди останавливались, разговаривали между собой. Некоторые белые воротнички с Уолл-стрит даже заходили и спорили. В целом, это была блестящая идея Occupy Wall Street. Давайте перенесем проблему буквально к порогу людей, у которых есть реальная власть. Аннет, как вам кажется, изменило это движение что-нибудь? Что изменилось с тех пор? Я думаю, это движение изменило очень многое. Каждый в те годы страдал от неравенства, которое стало таким болезненным из-за финансового кризиса и беспомощности политиков. Вдруг все политики и пресса заговорили о неравенстве. Слоган «Мы 99%» оказался очень мощным. Он объединил людей с самыми разными взглядами. Мы, может быть, тогда и не победили, но то, как мы смотрим теперь на эти вещи, изменилось навсегда, благодаря движению Occupy Wall Street. Мир несовершенен, и 99% из нас с этим согласятся. Но в защиту 1% скажу, что без них Нью-Йорк выглядел бы совсем иначе. Город был построен не по указу императора и не по госплану, а благодаря амбициям богатейших предпринимателей-американцев. Джон Рокфеллер, Корнелиус Вандербильт, JP Morgan. Список богатых людей, которые вкладывались в этот город, можно продолжать бесконечно, но сейчас на слуху имя Вандербильта. На авеню его имени, напротив вокзала, построенного им, вырос новый небоскреб One Vanderbilt. Нам удалось не только туда заглянуть, но и взглянуть сверху.
Свет, отражение и звук здесь создают свой уникальный микрокосмос. Границ между иллюзиями и реальностью здесь, кажется, уже нет. Смотровая площадка Summit One Vanderbilt. Новый взгляд с высоты на Нью-Йорк и портал в иное измерение. Иммерсивная инсталляция, открытая терраса с захватывающим видом на город и аттракционы, подобных которым Нью-Йорк прежде не знал. Саммит, в переводе «вершина», это, по сути, трехэтажный парк развлечений на высоте более чем 300 метров, 42 секунды на скоростном лифте, и вы попадаете в другую реальность. Двухъярусный зеркальный зал под названием Air – воздух – создает иллюзию бесконечности. Неважно при этом, смотрите ли вы под ноги или поднимаете голову вверх. Частью огромного сюрреалистического калейдоскопа становится при этом и сам Нью-Йорк. Инсталляция Air на вершине небоскреба One Vanderbilt меняет ваши ощущения в пространстве. Днем, когда в зеркалах отражаются облака, вы словно парите в воздухе. Ночью это напоминает прогулку в космосе среди звезд. Балкона второго уровня этим эффектом можно любоваться со стороны. Отсюда кажется, что все здание полностью сделано из стекла. Но этим путешествие в зазеркалье в центре Манхэттена не ограничивается. Создатели этой визуальной концепции инсталляцию дополнили комнатой с шарами, выводя иммерсивное искусство на новую высоту. Комната с зеркальными воздушными шарами, зеркальным полом и потолком, в которых до бесконечности отражается небо. К этому зрелищу подготовиться сложно. Мы стремились создать эффект погружения в атмосферу, парк в небесах, место, куда вы могли бы прийти и испытать то, что никогда бы не испытали на других смотровых площадках. Владелец нового нью-йоркского небоскреба, компания SL Green Realty Corp, поставила для себя цель создать нечто уникальное – место для отдыха и ярких впечатлений. Мы хотели предложить захватывающее путешествие и что-то, что вдохновляет и создает широкий спектр эмоций. Радость, восторг, эйфория, может быть, даже в какой-то степени трепет. Для этого привлекли арт-студию Kinzo Digital, чтобы они могли взять созданное нами пространство за основу и создать инсталляцию. Summit – плод совместной работы студии иммерсивного дизайна Kinzo Digital и известной норвежской архитектурной фирмы Snoeta. Инсталляция Air – лишь часть проекта и замысла. Границы воображения и пространства здесь раздвигаются во всех направлениях, причем в некоторых случаях почти буквально. Вы на время можете выйти за пределы здания и пройтись над улицей, на самом деле оставаясь при этом внутри башни. Два стеклянных куба выступают в западной части небоскреба на высоте 324 метра. Это часть смотровой площадки под названием «Левитация» для любителей острых ощущений. Недостаточно адреналина? Тогда путешествие в высоту можно продолжить в полностью стеклянных лифтах. Эта часть инсталляции называется Ascent или восхождение. Поднявшись на лифте, вы оказываетесь выше уровня смотровой площадки Empire State Building, которую отсюда можно увидеть сверху. Небоскреб One Vanderbilt по соседству с центральным вокзалом – второе на сегодняшний день по высоте офисное здание в Нью-Йорке. Его официально открыли в 2020 году. По замыслу архитекторов, оно должно стать еще одним узнаваемым символом нью-йоркского силуэта. Это, конечно, классическая нью-йоркская архитектура и действительно уникальный дизайн. У этого здания остроконечная вершина, как у других знаменитых зданий города Chrysler Building, Empire State Building и как у башни 1 ВТЦ. Это традиционный для Нью-Йорка стиль, но только современная его версия. В этом развлекательном центре в облаках есть также гостиная, кафе и бар. Сама смотровая площадка напоминает больше высотный парк. Открытая терраса смотровой площадки Summit огибает южную и западную часть небоскреба. Отсюда хорошо просматривается Центральный парк, Бруклин и Нью-Джерси. Дальность обзора 96 километров. Задачи – создать еще одно уникальное пространство для отдыха и свежих впечатлений в Нью-Йорке. Авторы проекта Summit One Vanderbilt явно справились. Теперь все желающие смогут здесь дать волю воображению, пощекотать себе нервы и зарядиться эмоциями.
одной супервысокой офисной башни в городе стало больше, а тем временем из закрытых корпоративных помещений вывозят мебель и декор. Нью-йоркцы не теряются и раскладывают то, что все равно оказалось бы на свалке, а предприимчивые грузчики устраивают на улице аукцион. Пандемия научила горожан экономить. По опросам, 90% сейчас ищут варианты со скидками, а около 60% сокращают траты на не самое необходимое. Несмотря на то, что экономика города выкарабкивается из кризиса, привычка экономить, очевидно, закрепится у нью-йоркцев надолго. Минимализм потребления – новый долгоиграющий урбанистический тренд. Нина Вишнева выяснила, чем он хорош для жизни, для искусства, да и для планеты вообще. Огонь волос, как с картин Тициана, перчатка, позавидовал бы Майкл Джексон. Каждый вечер со своей тележкой она выходит на промысел «Златовласка манхэттенских помоек». Сейчас посмотрим, что здесь. Может, ничего не быть, может, что-нибудь попасться. Раз на раз не приходится. В социальных сетях ее знают под ником «Мусорщица». Для остальных она просто Анна. А что мы здесь ищем? То, что на самом деле не мусор, вещи, которые можно использовать. Она ходила на шпильках и в строгих костюмах, а потом взяла и уехала жить на ферму, где природа, компост и другой взгляд на вещи, в том числе и на те, что уходят в урну. Из банкиров в мусорщице поворот не новый, но в случае Анны – осознанный. Когда я вернулась с фермы в Нью-Йорк, у меня был шок от той расточительности, с которой мы все выбрасываем на обочину. Хотя я выросла в Нью-Йорке и всегда видела это, но только тогда стала замечать, сколько мы всего выкидываем. Что делать с ненужными вещами? Горы вполне пригодных товаров по размеру догоняют манхэттенские высотки. Домашний утварь, мебель, одежда нередко новая, с бирками, еда из элитных ресторанов нетронутая. На нью-йоркских обочинах может попасться все, что угодно. 4 куриных пирога, 4 пирога со шпинатом и грибами. Кто-то сделал в ресторане заказ, но так и не забрал. Надоевшие мебелью поступают так же. Выставил на улицу перед домом, и каждый желающий может забрать то, что понравилось. 6 ящичков к этому столу прилагаются. У одного не дна, имей в виду. Еще недавно Шелби работала консультантом по устойчивому развитию малых предприятий. Из-за пандемии многие клиенты потеряли бизнес. Это моя основная работа. Теперь Шелби помогает с перевозкой выброшенных богатств. Купила фургон, любой комод, секретер-шифоньер доставит в любой конец Нью-Йорка. Люди любят зеркала. Я думаю, это быстро уйдет, так что я его возьму. Обычно отказные гарнитуры находят своего владельца прямо на улице. Кто первый увидел, тот и хозяин. Второй способ пристроить уличные залежи – через сарафанный Инстаграм. Я отправляю сообщение, отмечаю место, где мы находимся, чтобы люди могли легко увидеть, с кем связаться. Джессика представляется мессенджером. В ее инстаграмной группе десятки тысяч подписчиков. По профессии она дизайнер женской одежды, но главным занятием все больше становится координация вот таких городских старателей. Люди присылают мне снимки целыми днями. Одна девушка отправила 57 фотографий за один вечер. Она пошла на прогулку и стала снимать то, что увидела. 57 снимков с адресами. Одним – хлам, другим – клад. Во время вспышки коронавируса комиссионные магазины в Нью-Йорке не работали. Пожертвования принимали далеко не все. Улица осталась единственным местом приема раздачи пожитков. Кое-кто заботливо прикреплял листочки. Проведена санитарная обработка. Этот столик мы подобрали. Подставку для винных бутылок тоже. У нас в доме сейчас где-то 20-30 предметов с улицы. У Виолетты и ее мужа практически вся обстановка в квартире из случайных находок. Самая любимая швейная машинка. Заменить одну деталь и должна работать. Каждый уличный предмет одомашнивают. Чинят, красят, подгоняют под общий стиль. Я перекрасила этот стул с улицы. Стал очень симпатичным. Маленький стул тоже. Был белым, я покрасила в черный. Кристина – кандидат наук, исследователь в онкологическом центре. Как истинный ученый, каждую свою находку изучает под лупой. Но после одного случая старается быть осторожной. Ночью я выгуливала собаку и увидела коробку. Открыла, а там граната, пули и пистолет.
Я позвонила в полицию, они посмотрели на меня, как на сумасшедшую, когда приехали. А зачем ты заглядывала в коробку? А я говорю, из любопытства. Вы бы не заглянули? Кэрол мусорно обученных рассматривает с точки зрения искусства. Это здесь явно давно валяется. Кэрол подбирает мусор в окрестностях своего дома на Манхэттене и делает коллажи. Предварительно все дезинфицирует. Металлическое и пластмассовое идет в обработку мылом и водой. Остальное на 2 минуты в микроволновую печь. Это чистое, а это еще нужно обработать. Некоторые несерьезно относятся к тому, что я делаю. А я считаю, это как раз прекрасно иллюстрирует то, что сегодня представляет собой человечество. Новая жизнь старых предметов. Про это тысячи постов в социальных сетях. Анна свои находки выставляет на всеобщее обозрение не для искусства и не для похвальбы. Она нацелилась на корпорации. Звонит руководству, пишет петиции, требует перемен. Они пользуются налоговой лазейкой. У корпорации переизбыток товара. Его выбрасывают, и иногда перед этим намеренно повреждают упаковки, чтобы невозможно было использовать. Потом списывают это как убыток и платят меньше налогов. Крупные компании должны пересмотреть политику утилизации товаров, считает Анна. Хорошие вещи вполне можно раздавать нуждающимся, хотя бы собственным малооплачиваемым работникам. Хотите на это посмотреть? Oh, no. Они все упаковки разорвали. Тени для век. Они все упаковки открыли. Здесь тампоны, прокладки, еще конверты, косметика. Мусорные прогулки всегда заканчиваются переполненной тележкой. Часть собранного Анна раздаст знакомым, что-то оставит себе. Недавно вот набрела на деньги. Кто-то выкинул упаковки одноцентовых монет. Тут пригодится прежняя специальность. Как бывший банкир, Анна найдет, куда их вложить. Are you ready? Улицы Нью-Йорка хранят несметные сокровища стрит-арта, и некоторые из работ точно заслуживают музейной рамы. Легендарный британский мастер граффити Бэнкси дожил до выставки в свою честь. Иммерсивная выставка под названием «Гений или вандал» уже объехала полмира. Была в Сеуле, в Москве, в дюжине других городов и, наконец, добралась до Нью-Йорка. За $29.50 вам предложат взглянуть на коллекцию из 80 проекций самых известных творений британского художника. Но самолюбие Бэнкси такое внимание не тешит вообще. Он несколько раз повторял, что за свое искусство оплату не берет и глобальный тур не одобряет. В ценности Бэнкси в Нью-Йорке не сомневаются, некоторые его работы даже покрывают специальным пластиком. Но все же нанесение изображения на частную собственность в Нью-Йорке – это административное нарушение, и за это грозит штраф $145.50. И несмотря на то, что Нью-Йорк местами раскрашен тротуара и до крыши, активисты подпольного стрит-арта нередко скрывают лица, и это без намека на Бэнкси. И с одним из таких мы встретились в Квинсе. Когда с подворотен Квинса смывается последний слой людей и автомобилей, он выезжает на поиски. Будто в сумерках виднее, какой забор может стать шедевром, если на нем написать «The Group». А что означает «The Group»? «The Group» — это сленг на моей родине в Чили. Это значит заблуждение, иллюзия, самообман или, скажем так, намеренное введение в заблуждение, розыгрыш, который не стоит принимать за чистую монету. Вот Buzz Lightyear — не Илон Маск, а Илон Маск — не Buzz Lightyear. Но я тебе преподношу это как факт. Это и есть «The Group». Маск — игрушечный космонавт, Безос — многорукий Шива, Путин — надувной Дарф Мол и, конечно, Трамп во всех немыслимых вариантах прячутся по углам большого города. Персонажи публичны, их создатель наоборот. По просьбе Дегруппа изменен даже голос. Почему вы скрываете свое лицо и имя?
Ну, наверное, потому что я не хочу тиражировать свое изображение. Все эти публичные образы, публичные люди, они по собственной воле ввязались в это дело, и им нравится. А я не могу себе представить, как так жить на всеобщее обозрение, как работать на толпу, вести ее за собой. Меня это всякий раз поражает, как они сами себя подставляют. Один Трамп чего стоит, как он за 4 года сам себя разоблачил. Это же безумие. Безумие — это контекст, из которого и рождается подтекст его сатирического стрит-арта. Это Билл Гейтс, или точнее, мозг Билла Гейтса. Карикатурные колоссы на бумажных листах расправляют плечи ближе к полуночи. Это Трамп Джуниор, как Ким Чен Ин. Этот парень все время говорит о коммунизме. Так что я надел ему костюм из той реальности, про которую он все время рассказывает. В прошлой жизни, лет 10 назад, он был режиссером. В настоящей, к примеру, сегодня днем, сторожем и завхозом. В лучших традициях андеграунда уличный художник живет на складе. Его же и охраняет. Если ты живешь в цивилизованном обществе, все предсказуемо. У каждого, или скажем, у большинства, есть гостиная, спальня, ванная, кухня. У всех есть входная дверь, диван и телевизор. У всех одно и то же. Мы ездим на одних и тех же машинах по одним и тем же улицам. Ты часть нерушимой структуры этого общества. А я всегда хотел жить по-другому. Поэтому я живу на складе. Один. Я, пожалуй, стареющий миллениал, и я решил проживать свою жизнь так, как мне нравится. Это и есть мой месседж. Типа, плевать я хотел. Это же смешно. Еще не обсох Байден в образе квакера, а Джулиани в образе себя, а художник Дегруппа уже схватился за скальпель, потом за руль. Арта и азарта — полный багажник. Я хочу, чтобы кто-нибудь это увидел. У меня зудит просто. Я рисую и представляю, как люди на это отреагируют. Как только образ закончен, я запрыгиваю в машину и на этом хайпе мчусь в город, ищу место с бешеным сердцебиением. Все это клею, фоткаю, выставляю в соцсети и уезжаю. Все, я получил, что хотел, и меня отпускает. Ну как это выглядит со стороны? Бумага, клейстер, ловкость рук и никакого криминала. Почти. Полиция может мне выписать штраф, но я пока отмазывался. Я объясняю, что это не граффити, это наклейка. Ее можно быстро убрать. Быстрые наклейки вид пейсинг, поэтому и самая популярная техника нью-йоркского стрит-арта. Легко содрать, если не успел удрать. Меня, конечно, будоражит в конечном итоге мысль, что все это пропадет. Кто-то наклеит что-то сверху, или хозяин здания все это закрасит, или кто-то выпилит фанеру и унесет домой. Все это сначала заставляет тебя нервничать, но потом привыкаешь к мысли, что когда-то это исчезнет. Но оно у меня уже есть. Это осознание, что я это сделал. Иногда, нет, почти всегда, он возвращается на место арт-преступления. Конечно, другим человеком. Его не узнать по черному худи и скейтборду. Вполне возможно, шутник Дегруппа сейчас пьет кофе за соседним столиком с Куома или с Байденом. Надо лишь присмотреться и улыбнуться. Я сам получаю огромное удовольствие от того, что делаю. Я хочу, чтобы люди смеялись над всем этим. Если вам не смешно, значит, мне впору смеяться над вами. Не принимайте меня всерьез. Я не Нью-Йорк Таймс, я не сообщаю вам новости. Я просто создаю что-то, что может вызвать улыбку, что заставляет подумать дважды над тем, что на первый взгляд не вызывает сомнений. Будете рассматривать стрит-арт на улицах Нью-Йорка, есть смысл спуститься и в подземку. Только не споткнитесь, а бронзовые скульптуры на станции метро в Челси. Эти статуэтки были созданы в 2001 году, но по мотивам карикатур 100-летней давности. Например, этот человек с денежным мешком вместо головы. Все это творение знаменитого нью-йоркского художника Томаса Наста. Он же, кстати, показал миру, как должен выглядеть настоящий Санта-Клаус. Но это уже другая, почти что рождественская история. В октябре в Нью-Йорке уже чувствуется праздник. Это проект «Нью-Йорк, Нью-Йорк». До встречи через неделю.